У меня первый вопрос вот какой. 90% всех бесед с Кучеряной, которые можно найти в сети, посвящены Сноудену. Поэтому, да, вот так, так получается. Поэтому про Сноудена мы, я надеюсь, получится, что не будет. И вот первый вопрос. А есть ли такой человек, даже не из ныне живущих, не обязательно, вообще там может быть какой-то исторической ретроспективы, которого Кучеряна не взялся бы защищать ни при каких условиях? Нет таких. Вы бы не отказались бы ни... Нет, я бы не отказался. Дело в том, что, наверное, телезритель должен понимать, что речь идет о защите человека. Мы не говорим о том, какое решение, какой приговор вынесет суд. Человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации, оступившись, нарушил закон. Но это не значит, что на человека надо одеть кандалы и отправить его в Сибирь.